Кто обедает? Ты? Так вкусно молочко пьешь, да? Носите. Игрались тут. Идем доиться. Ай, все, отстань. Пошли доиться. Вот так и ходим. Несу удлинитель. Она уже знает свою работу. Без нее никак. Ну вот. Первая та запущенная сиська. Получается, с этой пьет первая телочка. А с задней доим. И то тяжеловато. А без телочки так вообще никуда. На слюни. Вкусно так, да? Вот, вот. Вот так мы себя ведем. Ты себя так плохо ведешь, да? Убегает, когда напилась от мамки, и ее нужно ловить по всему двору, бегать за ней, чтобы засунуть ее в сарай. Да? А это не так уже и легко сделать. Эй! Пришла домой. Где твоя подруга? Где твоя подруга? Иди к своей подружке. Я вам как-нибудь постараюсь заснять, как они спят. Это у нас раненая свинка. Такая крупная была, я немного тупанула, и, короче, ее погрызла другая свинья взрослая. Так я ей тут синяки запырскала, пока она тут бегает по сараю в свободном полете и живет вместе с телочкой. Да? Ну, как всегда, везде куры. У нас без кур никуда. Ну, иди к подруге, иди. Чего ты? Вы же спите вместе, да? Надо тебе уже делать домик там, потому что уже тебя таскать тяжело туда-сюда. Это сегодня приходили брать кровь, да? Делали тебе дырку в шее. На бурцеллез, лейкоз, туберкулез ставили эту штучку. Во вторник приедут смотреть. Есть ли реакция какая-то? Ну и результаты скажут. Боже, он не даст ничего поснимать. Это такое, такая истеричка этот поросенок. У бычка, у телочки, у коровы всех брали. Ну только маленькую, естественно, не трогали. Да? Так бычок, короче, завалился. Нужно было поснимать. Бычок прям упал на бок. И они его начали... Это ужас. Дюшки по размеру, кстати, очень разные почему-то получились. Вот есть крупные, вот эти два, допустим, кабанчик, свинка, а вот есть свиночка совсем малюсенькая какая-то, бедняжечка. Она в раза три их меньше, особенно вот этих, которые самые большие. Ну, наверное, буду делать так, постепенно отнимать самых крупных, а этих оставлю еще на недельку с ней. Ну, по крайней мере, самую маленькую. Пока как раз у нее молоко будет пропадать постепенно, чтобы мастита не было. Ну вот два кабанчика, вот этот и первые два получаются такие хорошие. Ну и свинка вот эта хорошая свиночка такая, две. Как раз у меня две заказывали и третья. Ну третья посмотрим какая, может вот та тоже ничего по размеру. Посмотрим, как они себя будут... А, там еще одна спряталась, но там маленькая. Ну, здесь совсем вон чудо. Вот посмотрите, насколько оно меньше, вот это вот. Даже вот по сравнению с вот этой. Жалко, конечно, она очень худенькая. Проколю ей железо завтра еще раз дополнительно, посмотрим, что будет. Кстати, наверное, это девочка, наверное.
Да. Девчонка, жалко. Ну ничего, посмотрим. Посмотрим, что будет. А, кстати, я еще не говорила, чем я кормлю сейчас. Сейчас покажу. Но эти прикольные, мне нравятся. Вот особенно те, которые первые, они такие, как тумбочки. Вот этот такой светлый-светлый. Это он, светлое пятно на спине, это он в муке. Сейчас расскажу, почему. Ну, какие они. И морда. Морда. Ой. Злюка еще такой, да? Ты такой злюка? Красавчик. Вот чем кормим. Такое тесто. Тесто от лаваша. Не знаю, найду ли я сейчас в мешках. Есть мука иногда. Печенье. Потом по ходу буду показывать, когда найду. Вот. Кушают муку. Я вчера не нашла заснять. Вот такая вот мука. Как бы она со всякими кусочками такими, где-то мокрая была, видно в мешке. Я ее так высыпаю, проверяю, если где-то там бывает с плесенью или еще что, чтобы не отдавать этим свинкам, которые с поросятами. Они с удовольствием поедают. Тесто, мука. Просто воды надо добавлять, потому что потом оно им, видно, надоедает. И они не хотят есть. Ну, в смысле, не то, что надоедает, а может забивается, и все-таки мука сухая, пить-то хочется, поэтому... Потом практически сразу доливаю воду. Сейчас пока съездим за опилками, а потом уже налюем воды. Утром этим свинкам, которые с поросятами, я уже наливала воду с молоком. Я им отдаю все молоко. Кстати, эта родила 6, а получилось у нее 8. Двое приемных. И вот этот вот старший, вот этот оттуда, он решил, что он будет здесь. Я его перекидывала. Он все равно проходит, там дырочку уже вот там в углу было, заварили мне. Но все равно он как-то перелазит и все. И один какой-то маленький был. Скорее всего, он каким-то образом от этой свиньи перешел туда, потому что у нее было очень много, она много кого задавила, вот, по итогу, как бы, он был маленький, я потом уже поняла, что, скорее всего, это от той свиньи, потому что там как раз не хватало поросенка уже в то время, и вот, как бы, получилось, что он перелез. Ну, ничего, 8, пусть 8, смысл ей 6 кормить, пусть 8 кормит. У той тоже много было, сейчас лампочку разобьет. У той было много, поэтому, ну, как бы наоборот, хорошо, что один от нее ушел. Эти свиньи грязнющие. Сегодня опять работница загуляла, не пришла. А у меня тут этих моих куча индюшат, 800 штук. Поэтому мне как бы особо времени еще и свиней этих чистить нету. Хорошо, что я успеваю хотя бы передние клетки подчистить. И сегодня мне еще нужно ехать в Минск развозить индюков. Часть нужно отдать. Как она туда перелезла? Что она там ищет? Что-то же она там ищет. Это вообще прикол. Лампочку, главное, чтобы не разбила. Жалко. Вот тут вот тоже красивые поросята. Я не знаю, показывала я, наверное, не показывала видео. Она родила 13 штучек. И двое вроде у нее умерло, наверное, 11 осталось. Он тоже очень красивый. И вот все-таки этот хряк, который у меня есть, не просто там, я думала, он так, какая-то непонятная смесь пород. Но все-таки, судя по поросятам, скорее всего, у него есть пьетрен в крови и достаточно большой, может даже 50%. Потому что вот здесь вот 4 поросенка, получается, в пятна. Здесь был один, но она его придавила, тоже в пятна. Но здесь прикол в том, что покрывало и дюрок покрывал, и тот покрывал. Но вот один рыжий есть. Не знаю, остальные поросят от кого. Здесь от дюрка. Здесь тоже. Это от него, от белого. Но здесь пятен нету.
И вот здесь вот тоже от белого. Получается, она сама рыжая. И вот такие пятна оформленные, как у Петрена. Вот это тоже, скорее всего, его кровь выстрелила. Поэтому я бы хотела, конечно, его... Я хотела его продать, но все-таки пока, наверное, я бы хотела его оставить. Еще раз на покрытие. Ну, здесь вот тоже есть, но их там не видно. Маленькие еще. Да? Кто наелся муки? Приехала за опилками. Надеюсь, разрешат взять, потому что тут раз на раз не приходится, как у них настроение будет. Все, буду пытаться смонтировать видео и загрузить его вам. Поэтому не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И всего доброго, всем пока!